Ну что ж, и всем привет, с вами Вейдж Софсин, и сегодня мы продолжаем проходить игру Half-Life 2. И я не знаю, нахрена я пошел назад, мне на самом деле надо сюда. Ой, ну ладно, значит. Надо и надо. Так, что у нас произошло в предыдущей серии? В предыдущей серии мы сражались со страйдерами, это трехногие твари такие ходячие, как знаете. Ой, забыл, то ли Марс атакует, то ли как это называлось, то ли последний день. Короче, в фильме примерно такие же три ноги были, ходили. Вот. В общем-то, больше особо ничего у нас не произошло в предыдущей серии. Мы их штук 5, наверное, сломали. Или 4. Ну, короче, одним больше, одним меньше. Это уже не так критично, я думаю. На данный момент это точно уже не критично. Штурмуем! Спартанцы! Ну там на мосту просто наши были, по-моему. Судя по звуку, опять страйдер. Ой, в общем, у нас тут идет просто не эпический замес. Это еще что за хрень? Я же ни черта не вижу, блин. Срань фотографирующая. Я понял теперь ее назначение. Она мне просто мешает. Где ты? Бесишь. Да, удобно. Фоткать, блин. Как этот, как крот. Что происходит? Что случилось? Я ничего не вижу. Спасибо. Сам взорвется? Нет, жалко. Мне казалось, он сам же и на гранату и побежал. Это, я так понимаю, не взрыв был, да? Что за хрень? Иди отсюда. Кстати, почему-то у нас опять стали актуальными обычные патроны от автомата. Ой, у нас все еще иногда игра вот такие вот подлагивания делает. Я не понимаю, почему. Чего не нравится, чего не хватает, помимо мозгов. И куда мне бежать? Класс. Что это было вообще? Это нога чья-то? А, это антенна. Можно в очке попрятаться. О, то, что надо. Ой, блин, ой, блин. Я думал, оно не ломается. Где ты, говно фоткающее? А что делать-то? Ходит, значит, теперь эта гадость и стреляет. Ну я молодец, я ж, конечно же, еще и спрятался за этой хренью. Да тут пипец, а не кровопотеря. Тут обнаружено уныние. Никому медпомощь не требуется. Сам справлюсь. Нет, не справлюсь. Да я просто не понимаю, что задумали разработчики. Что они от нас хотят. Да твою налево. Как ты меня бесишь. Мама! Да беги ты, беги, беги, беги. Это почти что мне надо, но не то. А все, помощи больше ждать-то и неоткуда. Блин, второй сейф, главное, нормально. Первый что-то постоянно какие-то лаги, глюки, непонятно, короче. То есть теперь эта хрень еще и может заряжаться и жахать.
Ой-ой-ой, мне бы вот туда вот. Есть. Отлично. Ты говно летающее, ты меня бесишь. Все, он уже маленький для этого этажа, да? Где он? Блин, он еще и чинится, походу. Так, я, короче, зря этим занимаюсь, я уже понял. Мне надо тупо идти дальше. Ой, как все плохо-то. Сшибает-то нам нехило. Только не говори, что сейчас это все разлетится к чертям. А то я буду 10 раз думать, зачем я вообще сюда спрыгнул. Да, я Фримен, не надо. Фримен, да. Знаешь, что творится. Это рядом я. С цитаделью на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Согласен. Мы уже почти под стеной цитадели, док. Я не знаю, как черт возьми мы преодолели ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Ну, конечно. Думать это не наше. Пусть доктор думает. Да это говно не дохнет. Пойдем. Пойдем, пойдем. В бой нах! Ой. Вали, козлов! Мочи тварей! Где враги? Кто враги? Куда враги? Возьму аптечку, так и быть. Ты так настаивал, что не мог просто тебе отказать. Да хватит меня бить! Давай аптечку. Аптечку давай. А, 25 же там хп, да? Рано еще. Кто посмел? Аптечку бы. Да ладно. У вас дела поважнее явно. Так, пойдемте-ка сюда. Нет, сюда мы не пойдем. А куда мы пойдем-то у нас? Сюда, что ли? Что-то долбанутые? Ну ладно. В принципе-то да, наверное. Долбанутые. Так, лучше из ямы в яму. Я пошел. Ну, где док? Док. Док, короче, скопытился. Ой. По-любому дверь непробиваемая. Мне бы ракеты. Я был бы очень доволен. Я жгу двери вообще насрать. Оно ко мне идет, да? Как нехорошо получилось-то. Прикольная штука. Если цель находится где-то очень низко, она пригибается. Приседает, точнее. Ну, охренеть. Я вот оттуда, откуда ты вышел, пожалуй, пойду. По-моему, эта хрень застряла, нет? Слышь, это шаги страйдера. Да тут, по-моему, кроме них ни хрена и нету. Кроме шагов страйдера. Ок. Я думаю, что это за пи-пи-пи? Радует хоть что, патронов до хрена. Класс.
Интересно, они со Страйдером как-то связываются? Ой, господи. Да жду я, жду я. Поехали. Да, блин, вы че на? Совсем что ли идиоты? Че ж гранату-то в упор не видите, придурки? Надо по-быстрому как-то это все проходить. Чуется мне, сейчас будет все плохо. Ага, хотел сказать, док, ты где? Угу. Отставить дока. Дока уже нету в живых. Да! Да! На здоровье. Только если вы умрете, на меня никаких косяков сваливать не надо. Кто там с Фрименом был? Охереть. В бой нах. Да что ж вы делаете-то, твари? Штурмуем нах. Цель номер один. Это чья? Не по мою душу, кажись. Ой, господи, некогда мне ждать. Мне если ждать, вы все сдохнете. Да иди, иди! Господи, один, второй, третий. Как будто я против. Только на меня потом не надо говорить, что я вас не защитил. Я вас за яйца не тянул. Чтоб со мной вышли. Пец. Здравствуйте. Тебя там чуть не убили, больно ей. Больно, мне больно. Куда? Топать? Ну, охренеть, мы окружены страйдерами. Типа намек, да? Мама. Да ёшкин свет. О, ни хрена себе, нас еще и оттуда. Сраные страйдеры. Вали козлов. Минус одно. Спасибо. Где эта тварь? Где он? На нах. Мы победяй! Давай аптечку. Не дождался я что-то, пока ракета долетит. Все на! Все сбежали. Ты что такой унылый-то? Ты я должен быть унылый. Чуть не обосрался, блин. Куда топать? До лошади? Да какой лошади? Ты о чем? Парень. Тебя, кажись, контузило. А-а-а! Твою мать. Не туда. Площадь, наверное, он имел в виду. Лошадь. Ты что, тоже спрыгнул, что ли?
Не, ну ладно, я дурак. Доктор Фриман, я пойду с вами. Да иди, жалко что ли, я не знаю куда идти, правда. Я там был. Я вообще не понимаю. Куда дальше-то? А, наверное, там проход открылся. Твою налево. Да, ничего страшного. Наш, не наш. На всякий пожарный. Так, F6. Обнаружен незначительный перелом. Дальше херня. Блин, я тут был. Да, и сюда я в итоге спрыгнул вниз. Ну, ё-моё. Ну как же так? Ну все сначала. Ну что ж такое? Сплошные трупы. Если я правильно понимаю, получится где-то вот там, где кобыла. А, ну да, к лошади. Блин. Кобыла же. Все, все исчерпал, все исчерпал. Здравствуйте. Я тут решил отступить. Где лошадь? Ага. Ничего, круто, я могу сказать. Я так понимаю, сюда мне, да? Кобылу вон. Наши? Наши. Это еще что за хрень? Пес? Мочилова. Да чем я тебе помогу, пес, блин? Нас не слушается. Штурмуем нах. Через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, он сбил мою голову, что она в цитадели. Алекс поди не хотел, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановит. Ну и чё? Эй, пёс, не туда! Там не пройдёшь! О, господи. Я думаю, хочешь, чтобы ты прошел, Нет! Ой, я думаю, что он хочет, чтобы ты, Барни, нахрен прошел. Спасибо, пес. Единственный нормальный. Если увидишь доктора Брина, передай ему. Окей. Ой, блин. Да, песина, сила немеренная. Ух. Наши покровители у нас глава. Ну что ж, наверное, давайте уже на этом будем завершать данную серию. Или нет? Нет, Санта, не будем завершать. Поехали дальше. Или будем? Нет, будем. Все, давайте завершать. С вами был Age of Sin. Это была игра Half-Life 2. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.